Телевізійна школа краси представляє. Привіт! Є жінки, які ні за яких обставин та модних течій не відмовляться від довгих локонів. Так само, як є жінки, які із усіх варіантів запропонованих стилістом оберуть коротку стрижку. Ми знаходимося в салоні прокрастиліста Ігоря Кучнєва. Запитаємо у нього, кому слід носити довгі, а кому коротке волосся. Добрий день! Длинні волосся йдуть всім, жінки. Украшають любую жінську фігуру. Одно единственное можно дать рекомендацию. Нужно найти свою длину волос, которая удачно подчеркнет все достоинства фигуры и внешности. Мою клиентку зовут Леся. Она обладательница роскошных, длинных и красивых волос. И сегодня мы покажем две прически, которые можно создать самому в домашних условиях. Итак, приступаем. Естественно, мы подготовили волосы. Заранее их вымыли, высушили феном и заблаговременно подкрасили. Для таких причесок, конечно же, лучше не иметь свежевымытые волосы, так как они более шелковистые и с ними тяжело совладать. Для начала завяжем низкий хвост. Прическу старайтесь не вычесывать слишком правильно. Оставьте пушковые волосы по контуру и на висках. Они придадут большую естественность. Немножко на всех этапах используйте лак. Много лака не нужно. Повседневная прическа должна быть свободной. Итак, мы завязали хвост. Следующий этап – это фиксация петли. На каждом этапе слегка обрызгиваем волосы лаком. Повторяю, не зафиксируйте сильно лаком волосы. Прическа должна носить естественный характер. В період пізнього рококо головний акцент на зачіску. Це період чудес перукарського мистецтва. Після 1770 року на жіночих голівках розігруються морські битви з мініатюрними корабликами, розквітають райські сади. Зачіска, яка зменшилася в період рококо, почала зростати ніби на дріжджах. Перукарів цінують на вагу золота. Пудра, яку виготовляли з борошна, використовується кілограмами. Із поставшогося хвостика формуємо вторую петлю. И тоже фиксируем ее невидимками. Оставшиеся концы прячем внутрь создавшегося валика. И украсим сухими цветами. Можно, конечно, использовать и живые цветы,
як правильно доглядати за волоссям, аби воно виблискувало красою і здоров'ям. Порада Ігоря Кучнєва. Уход за длинними волосами. Длинные волосы требуют к себе больше внимания, бережного ухода и больше любви. В первую очередь, требования к воде. Вода должна быть приятно теплой и ни в коем случае не горячая. Горячая вода – это враг длинных волос. Во вторую, конечно, очередь – это моющие средства. Они должны быть очень нежными и желательно их использовать питающими для концов волос. Средства по уходу, такие как кондиционеры, нужно обязательно использовать. Но советую их наносить не на кожу головы, а на стержень волоса по всей длине. Ну и, конечно же, защищающие спреи и лосьоны от ухода до ухода. Это несмываемые бальзамы. Ими нельзя пренебрегать. Ну и как вариант... Второй бы хотелось показать стиль прически. Первый был более классический такой, а второй сделаем больше дискотечный вариант, который тоже делается буквально за несколько минут. Делаем пробор зигзаг. Повторяю, для самостоятельной работы тщательность не очень важна. Пусть слегка чувствуется, что прическа была нарочито небрежной. Итак, мы сделали зигзаг и завязываем из одной половины массы волос хвост. Ориентируйтесь на собственное чутье красоты, именно момент завязывания хвоста, то есть высоту его. На каждом этапе слегка сбрызгивайте волосы лаком. Пушковые волосы не нужно вчесывать в прическу. Они тоже нам создадут эффект натуральности. Ту же процедуру проделываем и с другим хвостом. С другой стороны. Область челки оставляем свободной. Даже если у вас получатся хвосты один выше другого, не беда. Потом вы поймете почему. Итак, два хвоста завязаны. Якщо в перукарні ви почуєте незнайомий термін, до ваших послуг наш словничок. Цирульник – у середні віки перукар, який водночас виконував обов'язки медика. Цілеспрямоване врізання – метод філірування волосся з утворенням хаотичної різнорівневості на кінцях. Метод проріджування волосся на окремих ділянках. Хвост ділимо на дві половинки. Із одної половини зав'яжемо косу і з другої. Коса не должна быть правильная. Слегка одна прядь пусть будет тоньше, другая толще. И мало того, не плетите плотную косу. Конец. Берем резиночкой, завязываем. Тоже проделываем. И с вторым хвостом. Особое внимание уделяю на неправильность плетения, то есть волосы берутся неравномерными прядочками и не заплетаются плотно. Кончик пряди тоже завязываем резинкой. Естественно, лучше выбрать резинку под цвет волос, но мы специально это делаем, чтобы вы видели. Тоже проделываем и с другой стороны. Делим хвост на две половинки и заплетаем две неравномерных косички.
Длинные волосы нуждаются в бережном уходе и в бережном к себе отношении. Но самое главное, не нарушить то, что уже есть. Фен – один из очень важных атрибутов, нужных для длинных волос, ведь их сушить очень долго. Фен должен не перегревать волосы и в то же самое время достаточно хорошо их просушивать и сократить время вашей сушки. В то же самое время нужно использовать и керамические щетки, которые не нарушают структуру волоса, а наоборот, равномерно аккумулируя в своем теле тепло, не травмируют стержень волоса и без того длинного, и без того уставшего. Все эти продукты, фен, паралюкс и керамические щетки можно купить в отделах Фризель. Выбираем одну прядочку и подтягиваем всю косу за эту прядь, сжимая ее как бы гармошкой. Тоже проделаем и с другой косой. Размещайте косы так, как вам кажется удобно и выгодно для самой прически. Неправильное плетение таких кос позволяет создать молодежную, слегка небрежную и дискотечную прическу. Тоже проделаю и с другой стороны. Здесь волосы прокрашены прядочками. На них лучше видно, как красиво ложится коса. Тоже проделаю и с другой. Хвостики торчащие волос оформляем тоже декоративно. И использую как небрежный декоративный материал. Отдельно торчащие концы волос придают прическе молодежный вид, современность и легкую небрежность. Прическа должна выполняться практически без лака, так как она сделана по такой технологии, о ее прочности можно не сомневаться. Поэтому эта прическа долговечная и должна двигаться при танцах, при движении. Високі і низенькі, білявки і брюнетки, впевнені і сором'язливі. Всі жінки мають одну спільну рису – вони неповторні. Залишайтесь такими завжди, незважаючи ні на що. А ми прощаємось з вами до наступного тижня. Нехай щастить! Будьте прекрасні, як весна. До свидання. Програму створено за сприяння індустрії краси «Леді Стар».